Работа над ошибками. Совет директоров старейшего банка мира итальянского Монте де Паски ди Сиена одобрил увеличение капитала на 2,5 миллиарда евро. Третий по величине банк Италии не прошел недавние европейские стресс-тесты ЕЦБ, и регулятор дал ему 9 месяцев на ликвидацию дефицита собственного капитала, который сегодня превышает 2 миллиарда евро. Монте де Паски заключил соглашение с консорциумом инвестиционных банков. Между тем, уже 3 года подряд компания несет огромные убытки. На прошлой неделе 5 ее бывших топ-менеджеров были осуждены за манипуляции.